Всем привет, это твоя дневная доза видео. Эта мама придумала, как заставить своего ребенка слушаться. Тот, кто заказал доставку еды, в инструкции специально просил пнуть еду изо всех сил. Это видео недавно стало популярным и распространяется по всему интернету. Был замечен бездомный, который писал сложные математические уравнения на окне здания. How's it going, brother? Let me see that sign, brother. Nice. Are you homeless? Эти собаки нашли маленькую палку, и так ею гордятся. Один из моих подписчиков прислал мне видео, на котором их домашняя ящерица пролистывает фотографии других ящериц. Yummy, yummy. Все эти люди прыгали через забор, чтобы попасть на концерт, и это единственный человек, которого полиции удалось остановить. Эти рабочие полностью облажались, пытаясь повесить рекламный щит. Pass for granted. What does it say? Yo! It don't look right! Вот как рабочие сбежали бы с нефтяной вышки, если бы она внезапно загорелась. Один из моих подписчиков сказал мне, что они не могут выйти из дома, потому что их кошка отказалась отдать ключи. Это конец этого видео, надеюсь, вы узнали что-то новое, до встречи, увидимся уже скоро.